Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Хочу вам сообщить хорошую новость. С 4 апреля на телеканале НТВ стартует премьера нового российского сериала «Чингачгук» с Владимиром Эпифанцевым в главной роли. Телеканал НТВ готов представить зрителям новый детективный сериал под названием «Чингачгук». В центре событий оказывается Илья Чугунов. Он работает следователем в маленьком городке, вблиз Великого Новгорода. У мужчины есть конь Фома. А еще он отлично разбирается в творчестве писателя Джеймса Феннемора Купера, откуда у него страсть к флоре и фауне окружающего края. Герой не уступит в познаниях самым опытным индейцам, потому его и прозвали в честь персонажа из известного приключенческого романа. Однажды Илье придется применить эти навыки, чтобы раскрыть чудовищное преступление. В городке завелся серийный маньяк, бессистемно убивающий молодых девушек. Герой сразу понимает, что это серия убийств, и она не прервется сама. Но руководство в это не верит, ведь такое показывают только в фильмах. Тогда Чугунов берет расследование в свои руки. Премьера нового сериала состоится уже 4 апреля на НТВ. Если вам понравился мой обзор, тогда ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!